That's fine. Falcon 9 secured flight pressures. Все системы в порядке. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Поехали, друзья. Есть отрыв ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 от стартового стола. Ракета взлетает. Сегодня мы смотрим с вами пуск. Запуск космических аппаратов, спутников Eutelsat-117-WSB и ABS-2A. И вы видите эту красоту. Пуск успешен на данный момент. Все в порядке. Справа сверху вы видите данные телеметрии. Слева скорость ракеты. Справа высота набранная. Снизу по шкале бегущий следующий важный этап Max-Q, момент, когда ракета испытает максимальное давление атмосферы. Ну что ж, могу поздравить с тем, что мы с вами видим. Скоро будет картинка с Rocket-Cam, Rocket View называется, с камерой, установленной на ракете. Началась посадка, друзья. Ждем информации, ждем картинки от SpaceX. Очень тревожный момент и дым. И ракета, насколько я вижу, стоит стабильно на плавучей барже. Картинка подвисла. Такая интрига сильная сохраняется, потому что было видно, что ракета стоит на опорах, однако мы до сих пор не знаем, была ли успешна эта попытка посадки. Ждем подробной информации или хотя бы изображения от SpaceX.